Скажите, на продуктах стали экономить в последнее время? Нет, не стали. А на чем-то вообще стали экономить? Что-то меньше покупать, реже? Да, вещи, я так предполагаю, что вещи. Это больше. Одежда? Одежда, да, в какой-то степени, да. Продукты – это самое главное. На них не экономить? На них не экономим. Вещи. Продукты, вещи, и, ну и какие-то, может быть, в сфере каких-то услуг, так сказать, там, косметологии и так далее. Спасибо. Вот в связи с повышением цен на это или как? В связи с низкой заработной платой в Саратовской области и регионе. Нет. А на чем-то вообще ограничивать себя, отказывать себе? На поездках. А поездки какие вы имеете в виду? Ну, в Москву. Туристические? Волгоград. Ну да, по России. Колбасные меньше стали покупать. С чем вот это связано для вас? Ну, с ценой. Цена. Да. Еще в чем-то, может быть, экономите? На чем приходится экономить, помимо продуктов? Ну, нет, больше ни на чем. Что-то реже покупаете? Да. Что, если? Сыр. Почему? Ну, потому что дорогой. А что-то из одежды, из каких-то других вещей? Да, одежду вообще уже, наверное, мы не покупаем. Тоже цены? Да, вы ходите в магазин, и вы не видите, что у нас там? То, что я покупаю, не знаю, я не экономлю. Я выбираю то, что мне надо. На чем-то другом, может быть, начали экономить? Может быть, пока не поняла, на чем. Ну, тратить стараетесь меньше? Конечно, это да. Да, по-моему, сейчас все так стараются. Сейчас все так стараются. Не то, что экономно. Выбирают то, что нужно, и не покупают. Ну, с чем это связано, как вы, вот, как житель? Цены выросли. Ну, экономим на продукты у нас, потому что продукты очень дорого стали. У нас цены выросли. В 3 раза больше стали. Как бы инфляция. Что не покупаете? Что перестали покупать? Или что-то стали покупать дешевле? Вы замечали? Ну, например, мясо подорожало, вот, колбасы подорожали, сыры подорожали, вот, молоко подорожало, хлеб подорожал. В чем-то вообще отказываетесь? Что-то вообще перестали покупать? Ну да. Что, например? Мясо. Так чем что? Заменяете? Ну, заменяем там, например, крупами, курицей, вот как-то так. Рост цен заметили? Заметила на продукты. Ну, как-то нет, нормально, хорошо даже. Что-то, какие-то виды продуктов реже не покупаете? Да нет, все покупаю, но, может быть, немножко не в таком количестве. Например, ну, если говядина очень дорогая, я беру, например, там, плечо индейки. Ну, поняли, там она 300 рублей, а говядина 500. Ну, поняли. Конечно. Что не покупаете? Что нет, мы ищем со скидкой. Да, мы ищем просто, да. Где скидка. И тогда покупаем. Так что время у нас есть. Время переводим, как говорится, финансы. Конечно. Что реже покупаете? Мясо. Почему? Да дорогое. На рынке 700 рублей не хотите? Это говядина. Ну, да, говядина. Свинина 600, 550. Что-то еще реже покупаете, на чем-то еще экономите? В театры перестали ходить. Дорого, очень дорого. Стали ли на продуктах экономить в последнее время? Вот при покупках в магазине? При покупках мы на себе, на здоровье не экономим. Мы покупаем то, что нам хочется, чего душа требует. На чем-то другом, может быть, экономите, что-то реже покупаете? Одежда, услуги, походы куда-то в кино, в театры? Ну вот, наверное, на услуги. Магнит и пятерочка нас спасает. Вот и все. Ценами. Да. На продуктах стали экономить в последнее время? Нет. Вообще на чем-то? Нет.